Главными и любимыми пациентами врачей-гериатров является старшее поколение. Возрастной врач занимается как профилактикой, так и лечением различных проблем со здоровьем, что частенько возникают у бабушек и дедушек. Самые подготовленные приходят на прием с большим списком тех препаратов, которые они принимают. У пациентов болячки, болезни растут и растут с каждым годом. Их становится все больше и больше. И, как правило, у таких пациентов больше 5-6-7 заболеваний одновременно. И все-таки такие пациенты, такие бабушки и дедушки, они пьют огромное количество лекарств. Иногда эти лекарства просто несовместимы. Какие-то препараты даже не нужны бывают пациенту. Большинство пользователей услуг Центра Вера являются фактическими пациентами врача-гериатра. Поэтому на встречу с таким специалистом собралось немало желающих задать интересующие вопросы. Бывают такие вопросы, которые вот нужно задать. И специально к врачу в поликлинику идти не хочется, там стоять в очереди. А здесь приходишь, и все доступно. Врач-гериатр подробно рассказала обо всех направлениях своей работы. Особо остановилась на тех профилактических тестах, которые необходимо выполнять для выявления определенных проблем со здоровьем. Это не только ломкость костей, но и сохранение когнитивных функций, что позволит рассчитывать на улучшение качества жизни уже в довольно преклонном возрасте. Очень интересно было. И я вот завтра к ней пойду, я сейчас с ней поговорила. У меня проблемы с ногами после операции. Я начала завтра прийти. Я была у нее, врач очень хорошая. Так доступно все рассказала, все объяснила. Проблем со здоровьем у представителей старшего поколения всегда хватает. Но свой доктор точно знает, как их лечить и поможет не только правильным назначением, но и добрым словом. Галина Житкова, Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.